Новый год для некоторых горожан, которые живут в аварийных домах Уссурийска, начнется с переезда. На Полушкино 55 построена и введена в эксплуатацию пятиэтажка по программе переселения, основная задача которой – обеспечить безопасное жилье людям. 60 семей заедут в новые квартиры в январе. Дом полностью построен, введен в эксплуатацию. Начали мы строительство в сентябре прошлого года. Заключили контракт с администрацией именно на строительство дома в программе переселения из ветхого аварийного жилья. Буквально на этой неделе жильцы делают обход. Ну, пока все довольны, нареканий нет. По плану дом должны были ввести в эксплуатацию до конца этого года. Подрядчик выполнил работу в срок. Общая площадь всех жилых помещений чуть больше 2000 квадратных метров. Здесь 2 подъезда и 5 этажей. В квартирах полная отделка всех комнат, натяжные потолки, есть вся необходимая сантехника, двери, на кухне электрическая плита. Всего мы по программе строим 6 домов. Планируется завершение программы второго этапа, в котором мы сейчас находимся, до конца следующего года. Перед нами стоит задача завершить строительство еще 5 домов. И мы планируем закрыть программу в октябре, в сентябре следующего года. Балкон или застекленная лоджия есть в каждой квартире. Рядом с домом детский сад, школа, аптеки и продуктовые магазины. Во дворе обустроена игровая площадка. Остальное жилье по программе переселения появится также на улицах Александра Зеленского, Октябрьской, Мельничной и Плантационной. Это позволит переселить в комфортные условия около 2000 человек. Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс.